Здравствуйте, мои дорогие друзья. Мои комментарии по поводу, мои мысли, вернее, по поводу высказанных комментариев и на, моем, на моей страничке в сообществе, и на страничке Викинга в сообществе по поводу ролика мною очень уважаемой Ксении Евгеньевны Меньшиковой. Знаете, то есть остаться здесь, именно на своей земле, и не поддерживать даже своими мыслями то, что творится здесь, это не предательство. Абсолютно не предательство. То есть даже своими мыслями вы хотите, чтобы здесь, на этом пространстве, было хорошо, было по-честному, по совести, по справедливости. И знаете, даже на физическом уровне, когда вы разговариваете с какими-то людьми и пытаетесь донести, возможно, такое семя, семя правды до них, именно через слово, именно через душу, для того, чтобы ваше слово реально проникло в их душу и осталось в нем. Это, знаете многого стоит, не побоясь, да, и душа чувствует кому, что и как можно сказать. И если вы даже одного человека да, направите как-то вот именно на такой истинный путь, это реально очень дорогого стоит. И потом, дорогие мои, после всех событий, кто будет здесь на нашем пространстве строить новое общество, строить реально новую жизнь по совести, по справедливости и по чести. Не мы ли с вами? Подумайте, осознайте. Знаете, ко мне часто приходят люди, и вроде бы с такими, с такими мыслями, вот там как хорошо, что мы там что-то там уничтожили, там еще что-то. Я говорю, то есть, а вы попробуйте и примерьте эту ситуацию на себя. Там такие же люди, как и вы, там женщины, дети – которые остаются без близких, без тепла, без воды. На улице очень холодно. Попробуйте, примерьте на себя и знаете, даже без лишних слов я вижу просто слезы в глазах этих людей, до кого вот именно смогла достучаться моя душа. Делайте, дорогие мои, каждый на своем месте. Это очень большой вклад. Счастья и радости вам. Мира, добра и процветания вам и вашим родам.